Боже, какой ущербный смех. Но тем не менее, друзья, я вас приветствую. Добрый день, дорогие друзья, с вами Вестер. Мы с вами продолжаем. Ну-ка. Никто. Давай, короче, я понял. Встреча с бандитом возле лесничества. Я вас приветствую в игре Сталкеры Зов Припяти. Мы с вами продолжаем ее проходить. И, в принципе, очень весело и интересно. Давайте. Сейчас я принял квест от султана, который имел, наверное, трех жен. Да и больше. Встретить бандит возле лесничества. Султан попросил поучаствовать в сделке с одним барыгой. Надо сопроводить людей султана к месту встречи. Прикрывать их на случай непредвиденных обстоятельств. Что ж, мне это вполне под силам. Тем более, учитывая то, что у меня теперь классный навороченный прицел. Справимся, друзья, справимся. Замочим всех, если какие-то неприятности возникнут на моем пути. Они явно возникнут, потому что это сталкер, иначе быть не может. Не может быть так, что все прошло гладко, чисто и без задоринки. И сучка. Вон, по-моему, нет, это камень. Мне показалось, что там уже очередной какой-то сучок лежит. И придется сейчас разбираться. Но, тем не менее, давайте заценим. Сейчас почти подобрались. Это херня. Ну? Ух ты! Ходят тут, я смотрю. Дружелюбные суки. Так, ну-ка, здрасте, кто тут есть? Кому вырвать на жопе шерсть? А пока никого, кстати, нету. Опа, 3, 4, 5. Хеллоу. Вашу мать. А, ну вон стоят. Давай-ка перетрем. Я, короче, чувак, я от султана. Давайте засейвимся. Что делаем? Так, сейчас идем на стрелу. Лично тебе делать, походу, ничего не надо. Короче, просто стой рядом, не гони волну. Договорились. Ну-ка, идем на стрелу. Давайте нет, пока не будем доставать оружие. Давайте спокойненько пройдем, они что же не достают. И я так спокойненько прочапаю. Где вы там? Я заранее... Так, знаете, я как телохранитель. Стойте тут, сэр, я сейчас осмотрю обстанову. Угу. Окей. Знаете, так просто не палясь, так взял, я взял спокойно, так зашел, поднялся. Чуваки, наверное, стоят, ждут стрелу, тут хера какой-то чел приходит, поднимается наверх. Достает оружие, между прочим, начинает в них целиться. Ну. Перетирайте. Долг. Что, будем разговаривать? А, все. Что там показывай? Короче, артефактов малеха есть. Таких еще притаранить можем. А нам, короче, надо шпалеры и снарягу такую, чтоб тип-топ, ты понял? В общем так, пацаны. Что у долга есть, у меня тоже есть. Шпалеры и снаряга не вопрос. Качество, как всегда, лучшего не найдете. Вы хвост привели, придурки. Сука! Ни хрена. Ну-ка, давай-ка быструю загрузку. Чуваки, выскочил чертильник. Просто завалили. Ладно, давай-ка. Окей. Заставку скипнуть, кстати, короче, нельзя. Блин, они все будут сейчас опять трындеть здесь. Таких еще притаранить можно. А нам, короче, надо шпалить. Знаете, сейчас сразу нужно за ящик присесть. Понял? В общем так. Понял. Давай, воевать. У меня тоже. Вашу мать. Шпалеры и снаряга не вопрос. Качество, как всегда, лучшего не найдешь. Угу. Вы хвост привели, придурки. Срисовали! Так, ну-ка, там он выбегает еще, сука. Сейчас я вас... Ну, покажись! А, гранату попали. Все, вроде мы раснули. Так. Винт тоже использую. Сейчас, друзья. Так, тоже завалили. Кто еще? Где?
Сосите! Ты ж сука! Так, все что ли? Или еще кого-то повалить? Да где же перестрелки-то идут? А, вон... Чувак! Держи аптечку, пошли! Вот это реальная тема. Дай пять, брат. Так. Вон еще вижу одна сука. Сейчас я засейвлюсь и... На тебя, сука. Говорю сейчас со всеми главарями и так далее. Подожди, сейчас наворую, во-первых. Шмота. Полезного. За головарями поговорю. Сейчас только, друзья, не шмонайте пока. Я же знаю, они сейчас тоже кинутся быстрее все обыскивать, обглядывать, обсмалывать. Эти пушки-то у них так себе. И это тоже не пойдет, не продам. Так. Вот так вот с чертами. Да у него все, у этого все можно взять. Вот так вот с чертами разбираются. Счастлив. 5 рубасов получил. 5! Пятак! Гранаты давайте возьмем все это. Патрон, кстати, тоже хоть жопу ешь. Давай тебе аптечку дам, на. О, вот это реальный пацан. Спасибо, брат. Пожалуйста. Сейчас пощупаем. Жмуриком-то оно все уже без мазы. Ты что, обокрал его, что ли? Ну, не смей пока. Так, подождите. Вот теперь... Я лучше дробовик починю. Мля, ну он вообще пустой. Ну конечно, я у него все выкрал уже, что ты хотел-то, дебил. Так, пистолеты загоним. Продадим. Вообще пустой, ну как так? Да, друзья, патрон просто дохрена, ну-ка. Так, а эти патроны я даже не использую, я их... А, и продам их. Дай, дай, братан, пройду. Чурчела, ну, уйди. Все, даже остальные трупы потом доискивать, обыскивать не буду. Хер с ними. Нормальный так. Ну-ка. Куда нам теперь нужно проскочить? Ну вот, в принципе, видите, тут можно уже нужно начинать ходить, осмотреть вертолетики. Вот, вертуха. Вот тут. И, собственно, пока все. А, нет, вот не все, а, сука. Места эвакуации, проверить точку B28 на карте, найден в одном из вертолетов, отмечу точку эвакуации. Ну, братан, подожди, это вообще Припять уже. Давай сначала мы на Скадовск сначала сходим, скинем лишний лут, продадим патрон, потому что патронов мне тоже хоть жопу ешь. Вот, и я, друзья, думаю, знаете, поставлю пока на паузу, сейчас думаю, ничего пока интересного не случится. Спокойно доберусь до Скадовска, все им скину, и мы там с вами уже увидимся. Добрался я, друзья, до Скадовска, и вот сейчас этот шмотик мы продам. Окей, и себе оставим немножко 41 килограмм пожитков всяких. У меня только жратвы, наверное, килограмм на 5, на 6. Так, нет, у тебя пока заказывать ничего не буду, брателла. Там, по-моему, их за скелет у него надо будет как-то со временем заказать. А тебе сейчас давай отремонтируем все, да? Ремонт. Ремонт какой дорогой, сука. Хотя у меня 15 бутылок водки. А, блин, да надо же водяры его поить. Давай, поищу потом детали. Все, давай, до встречи. Водкой его там можно отпаивать, друзья, и он это... Будет цену постепенно скидывать. Я вот это запамятовал, но ничего страшного. Я мажор, у меня 13 косарей, между прочим. А, надо еще дробаш починить. Вот знаешь, как я... Вот смотрите, сейчас покажу вам. Сейчас ремонт будет стоить 446 рублей. Нет, давай, не надо, короче, пока ремонт. Смотрите. Да. Ну, чтобы руки не дрожали. Ну, конечно, похмелись. И вот сейчас, например, смотрите. Ремонт, модификация. Ремонт. 401 рубль. Видите, там сэкономил слегка. Тут дробовичок теперь есть хороший. Засейвимся. Супер! Так, 9 утра у нас время. Я надеюсь, выброс пока не предвидится. Выброс был ночью, по сути. Здравствуй! Так, давайте отправимся исследовать... Места крушения, вон вертолет. Мне нужно прям в противоположную сторону чапать. Вот, вот сюда. Да. Так и есть.
Не надо печалиться. Вся жизнь впереди, сейчас спокойно доберемся. Теперь можно достать оружие, слава богу. Разрешили достать. Сейчас, смотрите, прямо преодолеем вот так вот. А знаете, лучше... Нет, по трубе не побегу. Нечего. Кстати, по-моему, там тайник в трубе как раз вот, который на карте отмечен. Я его как-то, помню, даже доставал, добирался, там по трубе как-то лез. До этого тайника. Тайник, в принципе, тоже неплохой, но не хочется, друзья, сейчас на него тратить время. Нужно вертухи нужно исследовать, смотреть, чё почём, чё как. Где же наши военные там потерялись? Куда исчезли? Так. Тоже разлом, не хочу я в этот прыгать. Тут снорки, по-моему, могут быть жить в разломе. В этом там артефакты можно раздобыть, но как-то нахрен пока не надо. Давайте. Вот где-то вот там вертуха улетела в Магадан. Так, через мост, я так полагаю, придется кружочек делать. Не хочу я перебираться через реку, там жрать радиации и так далее. Это не особо, друзья, приятно. А так, фактически, мы уже, ну, немного осталось проделать. Тут лесопилка даже есть. Вот, и, кстати, тоже договорились с этим чертом, что буду искать для нее детали. Я даже помню, одна деталь там в вагоне где-то лежит. Но, друзья, короче, это потом. Не знаю, соберем ли мы с вами все детали или нет. То есть я хочу, в принципе, пройти игру, но я не хочу, знаете, прям детально все лазить, ползать, искать. А, вот тут зомби ходят, да. На лесопилку. Ну, мы потом с ним перетрем. А мы пока... Сейчас наша задача, друзья, дойти до вертолета. Даже, смотрите, здесь 6 зомбарей. 8. Они палят, кстати, меня, суки. Ну, ничего. Как палят, так и распалят. Успокоиться. Все, хорошо, никто не будет по мне стрелять сейчас. Никому это нахрен не надо, потому что я чувак опасный, дерзкий. Ой-ой-ой, Собачевич! Побежал же, но меня, кстати... А нет, сука, видит. А нет, не видит. Нет, друзья, смотрите, она здесь повалила этих уже. Все. Или еще кто-то здесь есть. Давай все забудем! Прости, что я не покормил тебя вискосом. Все. Смотрите, сука, и меня покоцало, и чуваков убило. Ну, смотрите, где мертвые чуваки, там нам добыча. Обрез оставь себе. Съесть. Съесть, вот, подойдет. Патрончик тоже, аптечки. Все, нормалек. Тебя что, я сейчас, знаете, все сразу с лету хватать не будем. Чисто так выборочно нужные заберем. Ну, вот патрон для дробовика тоже подберем. И еще один трупачок. У тебя, чувак, даже пистолет, от патрон от пистолета не будет подбирать. И давайте пока походим с дробашом, что ли. Покушаем еще сейчас хлебушка. Все. Засейвились, перезарядимся. Вон вертухай, друзья. Сейф. Сейчас мы... Эх, я чувствую, сейчас по аномалиям придется попрыгать. Давайте-ка достанем детектор. У меня теперь уже он направление даже может показывать. Да. Весело сейчас будет добираться до вертухи. Я бы сказал, даже очень несказанно весело. Смотрите, какие просто прям глыбы. Коцают! Да подбирай ты! Так. Ух ты! Неплохо в ящике тут разжились. Все, смотрите, вертолет. Что ты там мне расскажешь, братан? Я даже конфетку пока заживет. Вся электроника внутри погорела. Даже изоляция на проводах расплавилась. Ну и все, что ли, что? Я счастлив, окей, погорело. Блин, радиации прибавляют, но это тоже нахрен не надо. Засейвим. И, друзья, пора обратно текать. Даже посмотрите, как тут вода себя ведет. Ч
Чувак, я тебя прошу, пожалуйста, иди. У тебя, я знаю, жизни... Ты устал. Давай, короче, покушай. Так, сейвимся. Так. А там у нас что такое? Смотрите, там что-то есть. Ну-ка, давай сейчас заценим. Нет, друзья, не полезу я. Нет, или полезть. Мне интересно, давайте возьмем дробовик и посмотрим, что же там такое. Сосейвились. Так. Куда меня нелегкое выведет? Еще сейвимся, я просто буду сейвиться до бесконечности. В какую клаку вы меня завести готовы здесь, суки? Друзья, я, кстати, вот сколько раз проходил сталкер, вот на это место не натыкался. А, ну это просто обычный туннель. Охренеть, я думал, тут что-то эдакое. Прямо сейчас тайнами все скрыто. А это просто обычный... Просто провели меня тут снизу. Я-то думал, тут... Охренеть, чё? А тут так, ничего. Вниз, круг. Давайте тогда до вертухи отправимся, посмотрим. До следующей. Так, окей, я что-то слышу. Тут, я полагаю, зомби, по-моему, что ли, есть, или что-то такое. Засейвимся. Вон, кстати, там тоже можно артефакт рубануть в этой аномалии. Сейчас. Давайте. Где вот эти крюки всякие? У меня черт быстро больно устает. Давай. Ну. Все, подобрали. Все, успокойтесь. Так. Похилимся. И вот тут, по-моему, один артефакт, он наверху еще. Так, ладно, друзья, сейчас чем, какой мы артефакт забрали? Химзащита. Блин, а все они радиацию накидывают, но мне нахрен они не нужны. Потому что накидывают радиацию. А еще один где? Понятно, да, он сверху. Ой-ой-ой, сейчас будем с чертами драться. Погодите. Как-то надо... Вот по этой, по-моему, тогда надо подниматься. Я понял, да, один артефакт здесь сверху он будет. Ну давай. Так. Сейвимся. Пожалуйста, чувак, не упади. Ну ты же, я знаю, ты какой-нибудь акробат цирковой наверняка. Нет, не так, да как? Давай. А! Ну-ка иди сюда, бичес! Так. Еще покажись! У меня жизни уже не так много. Так, 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 давай! Все. Разобрались с этими суками. Собаки тоже мне еще вылезли тут. Все. Постреляли. Настоящий мужик. Так. Давайте в погоник за артефактом, блин. Ну.
Сейчас мы тут... Окей. Ага. Ну, подбирайся, колобок! Ёп. Чуваки, он до неё не достает. Я тебя засейвлюсь. Фух, все. Ну-ка. Восстановление. Да опять радиация херач. Ну, в принципе, друзья, по-моему, если меня не ошибает память, тут все артефакты, малое количество артефактов заточено на то, чтобы реально помогать и не присасываться, не притягивать радиацию. Ой, ну хотя продадим. Восстановление здоровья, это хорошо. Но мне бы надо, чтобы все это было восстановление без радиации. Так, сюда сейчас оббежим. Колобок, тоже мне еще. Колобок! Там больше на ежика похож артефакт, чем на колобка. Ну окей, давайте посмотрим. Вот сюда надо двигать. Не, Кабаневич! О, хватит перезаряжаться! Сука, успел все-таки меня боднуть. Вот скотина! Че же ему не имется-то? Взял, сука, выскочил. А то шашлыки может спокойно поесть. Клево же. Фух, ладно, сейвимся. Чуть-чуть нам, друзья, осталось с вами. Все вертухаи будут исследованы. Тут, по-моему, сейчас через мины надо будет преодолевать территорию. Так, хорошо, и что? Дорога вон, не с той стороны я начал подходить, окей. Давай, двигаем. Сейчас вот тут, я думаю, можно будет подняться. Ну, пожалуйста, пускай тут можно будет подняться. Я не хочу оббегать, обходить. Но! Сука, даже полиция у меня за окном поехала. Ну, не за мной, правда, слава богу. Так, ну же. Все, выбрались. Сейвимся. Окей, где тут вертухаич? Нет, не здесь, друзья. Я помню, просто еще миссия была, где сквозь мины. А, все, все, понял, дружбан. Сдохни ты! Говно! Да умри, что ли ты, сука? Ладно, сам напросился. Где ты, летающее чмо? Все. Ну, походу, он всех и поубивал, вот этих вот чертов. Так, удочка есть, все хорошо, F5. Похаваем. Хлебом. Насы насущным. Давай, что у тебя есть? Акаш вполне неплохой, продадим. Затем. Давайте, еще тут военные валяются же. Ну уж, чувак, ты прям развалился на... На штукенце-то, который можно открыть, чувак. Ну, пожалуйста, стой. Так, ух ты, смотрите, как она в отке. А тут ни хрена все равно нет. Нет, понятно, эти штуки пустые. Может, это не пустая? Ну, кто бы сомневался. Ну-ка, у тебя что есть? Ну, толком-то ничего тоже такого дельного. Все, сейф. Давай, осмотреть вертуху. С
Судя по всему, экипаж погиб еще в воздухе, вертолет падал без управления. И все вылетели из него тупо, бортовому, да? Бортовому компьютеру повезло больше. Так, сейчас поглядим, что в нем полезного. Ага, карта местности с какими-то пометками. Пригодится. Ну хорошо, дружбан, вот смотри. Блин, зачем я аптечку... А-а-а, не использовал, ладно. Одна аптечка осталась теперь. Друзья, аптечки очень нужны мне в этой игре теперь. Смотрите. Куда нам надо двинуть? Вот тайничок у нас есть. На отметке. Вот тут. Припять. На карте найден в одной из вертолетов. Отметить точки эвакуации. Я счастлив. А вот еще вертухи. Окрестности. Проверить точку эвакуации. Еще вот один... А, ну здесь как раз, по-моему, и... с минами там мокруха будет. То есть, как бы, разбираться надо будет, что случилось. И там потом эти всякие животные побегут по минному полю. Ну, сначала сейчас тайникан проверим, друзья. Все-таки, как ни крути, тайник тайником. Надо заценить. Что у нас тут есть? Ух, там вниз можно спуститься. Все, тайник обчистили. Сейф. А внизу что? Что там? Угу. Ну, друзья, пока сюда не пойдем. Рановато нам еще с вами. А вот пистолет-то отличный. Патроны еще стоят. Друзья, с ним пока походим. Как же он называется? Ну, это, по-моему, вообще Desert Eagle. Черный ястреб. Окей. Черный ястреб будет теперь служить мне верой и правдой. Если от усталости раньше не сдохну. В принципе, друзья, главное сейчас добраться до Скадовской, толкнуть все вот это. Покушаем еще. Да просто жрем все, что есть, блин. Все, нормально. Еды на 5 килограмм с собой было, охренеть. Чуть телится из-за этого. Все, друзья, сейчас прямой наводки на Скадовской. Там говорим с проводником, чтобы отправил нас на другую локацию. Там будем разбираться уже с другими вертушками. Окей, зря еще радиации сейчас цепанул. Ладно, давай водяры выпьем, так веселее идти до дома родимого. Давай, сохранились. Где там у нас Скадовск-то? Хорошо пошла, да, чувак? Старая баржа. Вот он, Скадовск. А нет, Шевченко. Блин, я все не выучу. Где... А, вот он, Скадовск. Ну что ж, друзья, знаете, я думаю, опять же, я спокойненько отправлюсь до нее чапать и нажму на паузу, и увидимся мы с вами действительно, когда я уже буду там. Друзья, такое небольшое включение, пока я путешествую к Скадовску, решил я слегка припугнуть местную... Вы что, сагрились на меня, что ли, уже? Окей. Решил я тут припугнуть местную фауну. Как видите, гранаты я бросаю, в принципе, не очень хорошо, глупо это отрицать. Но, тем не менее, видите, затерзали какого-то беднягу. Нет, нахрен, твой автомат, он у тебя... Говёный, никто у меня не купит его. Всё, главное, бинты еще притарили. Да и, в принципе, друзья, уже почти до Скадовска добрались. Вон он уже. И, кстати, друзья, на этом будем плавненько заканчивать, потому что все-таки тоже большую работу мы за сегодня проделали. Досмотрели все вертолеты, которые на этой локации есть. Потом уже сразу отправимся на следующую. Потом также еще попутешествовали, повеселились. В принципе, весело было. Я надеюсь, сейчас мы все скинем ненужные... ресурсы торговцам. Ну-ка, открывай. Бородача. Для бородача у меня ничего нету. Здравствуй, а, нет, сталкер. Есть, подожди. Да... Знаете как? Расскажи про артефакты под заказ. Какие артефакты тебе нужны? Пузырь, глаз, золотая рыбка. Пузырь, глаз, золотая рыбка. Потому что лучше на заказ ему торговать. Так будет лучше. Но нет, ничего этого не надо ему. Ладно, давай тогда просто так продадим. Просто если под заказ, то он побольше денег дает за это все. Да и так, 13 косарей, охренеть. Все, спасибо. Понял, давай, пока, до встречи. Будет чего интересного, заходи. Угу. Наш Скадовск всегда на месте. Да чё ты топчешься? Если есть что, выкладывай, сейчас нет, проваливай. На лицо. Затем вот это не надо мне. По сути, все, пистолет я пока с этим похожу. Потом, если надо будет, вот с этим нашим клём песиком, если потом не надо будет,
Вернее, нужно будет пистолет, просто там с трупа с любого подберу и заберу, все. Торговать тоже нормально, по деньгам подняли. Этот чувак, давай почини водки, я тебя тоже поить, сейчас мне лень. Давай-ка просто... Ну и чё надо? Отпохмеляйся, отходи. Модификации пока тоже, друзья, делать никакие особо не будем, не нужно это пока. Давай, 21 рубль за ремонтик, неплохо, почистил, наверное, его слегка. Все, 25 косарей, мне, в принципе, пока вполне нормально, давайте засейвимся. И, в принципе, друзья, вот на этом и закончим. В следующий раз, я так полагаю, уже отправимся на другую локацию, и там будем исследовать вертолеты. А на этом я с вами прощаюсь, до новых встреч, с вами был Эстер, подписывайтесь на канал Громании, пока!